Короче, мы продолжаем. Я так полагаю, это один из самых долгих уровней, потому что там я могу где-то на час отсюда. Поэтому я постараюсь это погромче говорить, чтобы хорошо было слышно, иначе... Так. Я помню этот уровень, это же один из самых долгих. Тут я не должен тупить, иначе это... Иначе дело слону пойдет. Я тебя все раскопал, да. Я бы хотел, конечно же, это, во-первых, поиграть. Правда, вот, проблема в том, что у меня интернет не тянет сервер World of Warcraft. World of Warcraft, потому что сеть у меня... Мой интернет почему-то совсем его не тянет, не знаю почему. Но почему-то мой интернет его... Не умею нормально держать, надеюсь. Ну да, чудо очень много развилок на самом-то деле. Наверное, вы знаете, почему это самый долгий уровень, потому что очень много развилок. И смех там поймешь, куда тебе идти на самом деле. Ну вот, что вы видите, да? Я говорил, что очень много развилок в этой уровне. Oh.
Почему это самый душный уровень на самом деле? Да, очень долгий уровень на самом деле, потому что... Как бы вам это помягче сказать? Удлинили, так сказать, этот уровень! Очень много развилок добавили, что... Ничего не найдешь. Так, я уже знаю. Hey!
вот она. Все. То, что эти кроты с щитами, эти камни кидали, на самом деле это бегемоты кидают. Правда, вопрос в том, как кроты кидали, наверное, щитами выкидывали, кидали, наверное. Вопрос остается открытым. Можно просто вот так вот подняться, если ты даже опустился, делай вот так. Гениальная фишка. Главное, чтобы это багом не было, иначе это будет трындец, а то... Сами знаете, как я ненавижу эти баги. А чё? Погоди, я звезду забыл, пацан. А где? Hey!
вот она. Капец, я не заметил даже. Не могу. Нет. Так-то. Ладно, продолжаем. Ага. Так и знал. Я так и знал. Там будут эти ХП, которые можно сесть. Но... вот. Вот это моя главная проблема. Что я говорил насчет того, то, что я не смогу прыгнуть вверх к нему? Ладно, его атаку можно. Так, вот этот раз главное не... Так. Вот тут должна быть звезда, но я не знаю, как там выдержать, потому что... Блин, я съел. Фу. Так, я так и знал. Знал. Я знал это. Так, вот теперь самое главное. Ну, понятно, где? 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 Отправировать это нереально. Так, нет, уже падать не буду. Поэтому вот. Кстати, вот в этом уровне я затупил и пал насмерть, потому что один раз я умудрился умереть, потому что... На самом деле тут совсем чекпоинта уже нету, потому что... Со связью там знаю почему, но... Вот здесь я бы предпочитал... Аккуратно играть, потому что в этом уровне в
Вообще чекпоинтов нету. Абсолютно. Так. Блин, что там уже не как-то смешновато как-то. Ладно, погнали. Пай, вот что я говорил. Черта там совсем ни черта не будут падать. Вообще, вот даже если ты попытаешься это сделать. Я не рекомендую тебе это делать так же, как я. Совсем не советую. Правда, если за... Где чекпоинты-то, блин? Это как минимум... Это нечестно, алло, игра! Это нечестно, что за шулерство? Да не, игра вообще издевается. Куба жуй. Те уровни, которые без смертей, невозможно пройти. Алло, это ж надо было, алло, игра, ну ты что? Ладно, так сделаю. Вот дальше рисковать я не стал. Так, стоп! По поводу секретки. Я не заметил секретку. Да! Так я и знал! Я секретку-то не заметил. Так, ну теперь мне будет проще их искать, потому что... Я же их запоминал. То есть заучивал. Раза три и... Проблемы теперь это не будет. Блин, опять эти тупые баги! Как я их, твари, ненавижу, эти баги, потому что... Они могут мне все поломать, просто порешать мне нормально играть на самом деле. Что даже глупости, я бы так сказал. А вот это вот, кстати, один из самых... один из самых сложных уровней, потому что... Ну, вы сами видите. Ну, почему? Один из самых сложных. Вот что я вам говорил насчет этого сложного уровня. Невозможно, это всего пройти. Если только аккуратнее играть. Я уже в который раз пытаюсь это... не рубануться. Так, нет! Я это, бью. Без бью. Бью на стол! Ну, что я это? Ну вы поняли. Один из самых сложных уровней. И то, что это. Как я вот это акула дико. Опасно. А это уже! Полагаю, лучшим уровнем, на самом деле. Потому что папа петь все равно придется. Да, вот ради звездочек это да. Обязательно.
上帝在行动，解救，解救我！Никогда так не рискуйте, господа, никогда! Вот здесь краски я не уйду, там же должна быть звездочка последняя. Я думал, это... Ладно уж. Здесь будет. Заходимся и... Куда? Да, все можно наливать. Аккуратно. А бог с ним, как говорится. Закончу, пожалуй. Адиос.